Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1221. Тема «Христос есть Бог и человек». Что означает слово «ты говоришь, вы говорите»? Евангелие от Луки 22:70. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Евангелие от Иоанна 18:37. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь». Лука 22:70. И сказали все: «Итак, ты сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Исследователи находят, что это тогдашняя форма речи, означающая согласие, то есть: «Ты это сказал, значит, знаешь, что говоришь. Пусть будет так».